Слушай, батя, ты точно умеешь варить этой сваркой? Ты чё, сынок? Это ты такой умеешь чай и ролтон заваривать, а батя умеет на любом аппарате работать. Да это мудота какая-то китайская. Тащи мой полуавтомат. Так, а ну-ка иди-ка сюда. А куда эта ты девка собралась? Ну куда-куда? На дискотеку. Ведь суббота. Угу. А ты помидоры с грушками полила? Ну тут вчера ж дождь был. Зачем их поливать? А ты ж разумная, я гляжу. Ну и с кем ты пойдешь на свои танцульки? Соседом Колькой он меня пригласил. Это у которого кличка батон колбасы? Да, я даже знаю, за что ему дали такую кличку. Вот ты куда у меня пойдешь. Ну что за концлагерь такой, а? Я завтра вообще в город уеду. Едь. Хиба только на валах. Поезд раз в неделю ходит. Опа. А что там все-таки? Так, надо разобраться. Надо сходить. Так, малой, скажешь мамке, что я на гараж пошел. Буду не скоро. Давай. Да хорошо. А ты... Ну что ты, все сидишь, читаешь? Ну да, мама говорит, если каждый день читать, то потом станешь умным. Ну, раз мама сказала, то, конечно, оно так. Ага. Послушай, сынок, ну ты посмотри, какая погода сегодня хорошая, а? Пойди во двор в мяч поиграй, что ли. Крапиву там палкой побей. Да, в конце концов, окно выбей кому-нибудь. Ну, меня в том возрасте домой не загнать было. Ты сидишь над этой книгой, как зомби. Ну хорошо, пойду поиграю во двор. Что же ты сосед своего сына не воспитываешь? Он уже стекла бьет. Да я, конечно, с ним поговорю, проведу профилактическую беседу, так сказать. Но вы же сами понимаете, ну, пацан, возраст такой. Дело, конечно, твое, только вот окно он выбил в твоих «Жигулях» красных. Фух, ну жара, надо хоть окно открыть. Я думаю, что в квартире так холодно? Додумался тоже мне окно открыть. Не понял, что за дела? Наверное, хочешь, чтобы я умерла от холода. Это что, прикол какой-то? Да когда ты уже свалишь на свою вахту? Я не понимаю, как можно было выключить отопление в такой дубак? На улице плюс 30, июнь на дворе, какое нахрен отопление? Да что ты лупишь просто так? Подожди, пока он сядет и присосется хорошенько, а потом гаси. Так он же не ты, чтобы давать ему присасываться хорошенько. Попробуй, говорю. Дельный совет, ничего не скажешь. Так, у кого это у нас сегодня день рождения, а? У меня. Думаешь, батя забыл? А батя ничего не забывает. Вот, держи. Ну и что, по глазам вижу, нравится, да? Это, конечно, не твой этот Спайдермен, ну, как говорится, машинка Полесье, сам понимаешь. И тебе хорошо, и батины денежки сэкономим, и отечественного производителя поддержим.